покинуть зал, пожалуйста. Не заставляйте, чтобы на вас оставляли акты сейчас. А почему? Вы первая, Ольга Филипповна, на я кого первая, надо составить? Это не ваша. Вы первая, я первая. Вам 60... 63. Работники, я по каналу и кому пожалуйста, вас сюда никто не приглашал. 50 значит, человек должно быть, пожалуйста. Мне очень интересно, вот новые руководители, которых хотят назначить, вы сможете работать? Значит, есть повестки дня, и вы не рассказываете сегодня сказки людям. Вы доигрались до того, что вы хотите город оставить в мусоре. Еще раз говорю. Вы хотите в город. Только-только работа наладилась. Только-только работа наладилась. Нет, надо этот. Система АПА-канала у нас самая старая во всей Гагаузии. Мы держимся, можно сказать, на честном слове. Я ничего против не имею Натальи, которую сегодня хотят назначить ИО. Но есть женщина, главный инженер, которая проработала 30 лет. Она проработала 30 лет, знает систему. Знает систему. И она сегодня специалист в своей области. И директор женщина. Сегодня худо-бедно. Тот же Иван Павлович может поехать где-то решить вопрос. И эти вопросы решаются. Но вы сегодня поставили свои личные амбиции выше амбиций города. Города. Еще раз, пожалуйста, жители нашего города, посмотрите на советников, которых вы выбирали. И вам обещали, что будут работать во благо нашего города. Посмотрите на них. И вот этот тоже, да. Вот. Да.